Новый год все ближе и ближе. В большинстве магазинов страны уже стартовали традиционные распродажи, но где-то они идут уже давно. Как, например, в магазинах «Норвежская выставка». Они работают по всей стране, в том числе и в Тверской области. До самого главного и любимого праздника жителей нашей страны остались считанные недели. Самое время покупать подарки своим близким, ну или себе, что могут сделать жители Твери, Нелидова и поселка Редкино, в которых работают выставки норвежских курток. Из-за последних событий до сих пор европейские компании и бренды покидают нашу страну. Яркие примеры — это шведские IKEA, Zara, Bershka, Prisma, H&M и другие. Перечислять вообще можно до вечера. Один из них — это норвежский бренд верхней одежды Björn Larsson. Компания ушла, но товар завис на складах. Вывести его в Евросоюз сейчас запрещено. Хранить его очень дорого и нецелесообразно. Поэтому было принято непростое решение, но рациональное – распродать настоящее норвежское качество в 3 раза дешевле официального сайта и магазина. Скидки достигают до 80%. Единственный минус, что с каждым днем товара становится все меньше и меньше. Если не купить сейчас, потом их просто не будет. У жителей Твери и Тверской области есть уникальная возможность сэкономить в 3 раза от официального сайта и магазина, если бы они сейчас работали. Таких цен больше не будет никогда. Скажите спасибо санкциям, дорогие друзья. Покупатели очень довольны приобретенными норвежскими куртками. Стильно, красиво, плюс отличные цены. Ребята подобрали мне очень интересный фасон норвежской куртки. И плюс соблазнительная скидка 70%. Я очень довольна. Дизайн классный. Да все классно. Тут как бы не к чему придраться. Да просто случайно вот увидел, зашли. Ну, для семьи надо было вот случайно. Как все хорошее случайно покупается, да. В Твери норвежская выставка работает в ТРЦ «Рио» на первом этаже, слева от салона МТС, с 28 ноября по 3 декабря, с 10 до 21.00. В Нелидове с 29 ноября по 3 декабря, с 10.00 и до 20.00, на улице Горького, 13, вход через магазин «Пятерочка». В поселке Редкино также с 29 ноября по 3 декабря, с 10 утра и до 8 вечера, в торговом комплексе «Редкинский» на улице Фадеева, павильон номер 2, ориентир «Шарики» и «Викинг».